Всем привет! Смотрите, какая красивая сегодня такая. Красиво. Мне так свитер этот нравится, потому что рукав вот такой красивый. Да, 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 я себя снимаю, дорогой мой. Мы сейчас уже идем домой. Пораньше закроюсь. Сегодня вторник, никого нету. Уже все, как говорится, красивым себя сделали до праздников. После праздников уже все пришли в норму. Сегодня еще школа началась. Сегодня вот такая жилеточка у меня. Меховая. С ушками. Смотрите. Такой классный. Мне обожаю эту жилетку. Она искусственный мех, естественно. Машины ездят. Но это нам не надо, господи. Когда же я подстригусь? Надеюсь, что скоро. Может быть, сегодня планы свои здесь исполню. И все у нас будет зашибись. В Меркадону поеду, кое-что подкуплю. Там рис, мука. Что еще? Яблоки нужно купить. В общем, что-то из фруктов, а то у меня только одни эти, как хурма. И все, больше ничего нет. А потом у меня на перекусы и нечего даже перекусить-то и нечем. Ладно, я вся замерзла, как цуцик. Вешала белье, оно холодное, зараза. В тени прям такой прям прохладно, а на солнышке тепло. Прям хоть развались и лежи. Не зря мой Чарли ходит на крышу и там загорает. Принимает солнечные ванны. Ай. Я мерзну, а тут, смотрите, в майках ходят. Смотрите, какой дом красивый. Туристы вот так ходят, видите? Им не холодно. Ветер ледяной. Как они не мерзнут? Я не понимаю. Мои клиентки говорят, но они же привыкшие. Они же там в Англии живут. Им там холодно. У них там все время климат такой холодный. Я говорю, ну не холоднее же, чем в России. Я говорю, тоже у нас зима суровая. Но я не привыкшая к холоду. Я не полезу в ледяную воду. Не знаю. И не буду ходить вот там, допустим, при 10-12 градусах в майках. Да ну нафиг. Не привыкши просто. Не знаю, может быть, действительно не видит солнце Испании и думает, что тепло, надо снимать сразу одежду. И ходить в майках. А это прикольно. Так, сейчас смотрите, какие, видите, там у нас с цветочками. Герани. Мне не нравится герань. Не знаю почему. Точнее, знаю. Смотрите, вот у них есть листья такие, видите, как бы сухие такие. И вот у герани почти все время эти листья присутствуют сухие. И вот этим вот она мне не нравится. Хоть там и цветы красивые, и все такое. Но вот эти листья желтые, полусухие, они весь вид, вид портят. А еще вот тут тоже живут англичане. И они зачем-то вот повесили вот эти веточки. Это, ну, елка с салфеткой. Если вы знаете, то напишите мне, пожалуйста, зачем вот это вот повесили. Может, Рождество так они отмечают или что? Я что-то вот не понимаю. Вот так паркуются. Совершенно не, нельзя. За это может оштрафовать. Но что, это у нас кранчик, он работает. Кстати, пойдемте на море посмотрим. Здесь музыка даже не нужна. Такая тишина. Вообще шикардос. Уже приехала домой. Покупки обычные. Я даже не буду вам показывать. Все как всегда. Правда, купила, ну, там мука, рис, все такое. Тележка целая. Ой, ну, еще, правда, этого купила. Кролика. Хочу, знаете, плов сделать. Из кролика. Вот. Что-то мне захотелось курицу, куриной хотела.
Но там, знаете, мне кожа не нравится от курицы. А без кожи совсем постный будет. Прям. Вот. Свинину тоже как бы не хотелось. В общем, остановилась на кролике. Пара там покупала, говорит. Он такой спрашивает, что ты купила на кролик? Купила, говорит, точно, пойду за кроликом. Так вот у нас продается половинчатый. Там даже где-то полголовы есть, представляете? И печенка, естественно. Половинка. Вот стоит она у нас 6 евро килограмм. Главное мужу об этом не говорить, а то он у меня кролика не ест. И не могу, черно. Кролик он у меня не ест. Всем такой, я кролика не ем. Я говорю, ага, ага, ты, конечно, его не ешь, ты его употребляешь. Ой, смех и грех. Ну, маночку еще купила, у меня манка тоже закончилась. Кефирчик, блин, и в итоге показываю, что купила. Ну, в общем, все там. Тоже цветную капусту хочу сделать. Что-нибудь вкусненькое, знаете, в духовке ее запечь как-нибудь. Не знаю, с овощами, что ли, с какими-нибудь. Даже не знаю. В общем, сама рецепт буду выдумывать. Что-то за... Я вообще люблю цветную капусту. Ой, что банка такая? Это персики купила. В собственном соку банка. Помятые. Банки помятые нельзя. Мятые нельзя, говорят, покупать. Они там что-то выделяют. Непонятно что. И вот такие дела. Яблочки потом. Мандаринчики. У меня есть мандарины, которые мы еще привозили с сада. Но они, знаете, какие-то все равно не такие. Не знаю, почему, в чем разница. Покупные вкуснее! Ой, не поверите вообще. Смех и грех. Ладно, там мука у меня осталась. И всякие вкусняшки для Чарли. Буду разогревать, кушать. Кушать мы будем. А что мы будем кушать? А макароны вчерашние с котлетками у меня остались. Вот, я их сейчас разогрею. И все, и будем кушать. И котлет, конечно, у меня еще на неделю. Пипец. Целая кастрюля. Ну, кастрюля, она маленькая кастрюлька, смотрите. Ну, если по 2 котлетки кушать, то там на целый год хватит. Вот этот вот купила мусс из сальмона, из лосося, но уже выбрасываю его. Он мне не пошел, он мне как-то не понравился, что ли. Он какой-то как желе. В общем, такие вот дела. Еще творог есть. У меня как в Париже, все есть. А этот уже сел попрошайничать. Ну, вы видели его, попрошайка. Разные чуть-чуть у него есть. Вон они. Вот это вот я ему уже в машине дала. Одну чучку. Чучку. И вот такая. Ну, все они, как всегда. Как всегдашние. Так, холодильник. Всем-всем закройся. Всем-всем закройся. Мы по половинке ему даем, потому что по одной слишком жирно будет. Ладно, отключаюсь. Буду кушать и отдыхать. Блин, как же мне мои сережечки нравятся. Вообще классные, суперские, правда? Скажите, вам нравится? Прям так подарку этому довольна вообще. Прям даже не знаю. Как куда не угадали. Ой, ну не попрошайничай. Ну видишь, сережки-то показываю. Ну что ты пристал? Ну вот, вот тебе, пожалуйста. Давай, давай, Чучу, давай, и все. Мы вышли с Чарли погулять. Ну какие-то тучи, одна причем такая большая. А тут уже, ну нет, вон там еще одна есть. И тут вообще идут вовсю сельхозработы. У нас сезон сейчас всего. Все растет. Хотя на этой неделе передают какой-то арктический холод. Ну, действительно холодно, особенно зимой. Ой, зимой, ночью. Смотрите, как грядки делают. Интересно. Мы раньше, помню, с бабушкой в огород станем и давай кверх попой полоть все и окучивать. А здесь все сам. Вот трактор едет, он только посматривает. Один человек. Видите, как ловко. Даже не знаю, это, по-моему, этот салат. Видите, даже сорняков нету. Видите, как странно, да? Смотрите, ни одного сорняка. У нас бы на земле сейчас уже давным-давно бы все заросло сорняками. Это шпинат. А здесь нету, странно. Если бы что-то добавляли, то, наверное, и с
салат бы тоже портился, но нет, странно, в общем. Ой, сейчас пойду в одно место. У меня она уже, мысль такая загорелась. В общем, ладно, расскажу. Хочу себе две дырки в ухо, вот сюда. Я загорелась уже неделю назад, а вот эти три дня прям все, не могу, хочу две дырки и все. Говорю, ухо, и так как сейчас я фотки всегда делаю вот в таком перфиле, вот на этом, на этой мочке хочу. Вот сейчас пойду, я вчера хотела в этом, в аптеке, у нас тоже делают. Там такая очередина была, думаю, ну его нафиг, а еще, знаете, я очень-очень сильно боюсь. Хочется и колется, я очень сильно боюсь, потому что я вообще не переживаю, ну как, боль не не терплю, вообще никакую, я очень, болевой порог, наверное, слабый, я не знаю, хотя вытерплю, конечно, куда же я денусь, но очень боюсь, сил нет никаких, но желание у меня больше, чем боязни, так что с Богом, как говорится. Сейчас быстренько Чарли отведу. Потом мне нужно ему купить ошейник против блох. И таблеточку. Я еще должна была неделю назад все это купить дело. От блох и от клещей. У нас в этом году вот сейчас дождей нету, поэтому как бы клещей тоже нету. А вообще, когда дождь пройдет, клещей дофига. Надо купить ему. И зайти в магазин парикмахерских продуктов, купить пенку, лак. В общем, на работу у меня там кое-какие продукты закончились. Также и этот, расческа у меня. Расческа, которая укладывать волосы, поломалась. Вот такие вот планы. Ой, ухо, сейчас иду, морожу. Думаю, пускай мерзнет, замораживается. А то нагрею его, будет больнее. Ой, не могу. Знаете, как страшно, ужас. Как маленький ребенок, блин, а хочется. Ой, сережки, в принципе, у меня маленькие сережечки есть дома. Но они, в принципе, сначала серебряные. От серебра у меня тоже уши не болят. А сначала-то они, наверное, хирургический металл вот этот какой-то там поставят. В общем, сейчас увидите. Если не помру от страха, то увидите. Ой, блин, дурочка какая. Вы первый, кто это увидит. Видно? Ой, чуть сознание не потеряла. Еще вторая дырка. Даже не видела себя, представляете? Стреляют. Вторая дырка у меня почему-то не получилась хорошо. И он мне два раза колол. Пришлось воду покупать. Правда, вообще прям чуть сознание не потеряла. В принципе, не больно было, но я такая... Ой, хоть я сейчас отошла, наверное, то ли белая, то ли красная, в пот вышла. Как вам красиво? Ну, я вообще это давно хотела. Муж увидит, офигеет. Он вообще не любитель всех этих пирсингов. Ой, на две дырочки. Он говорит, я ему сказала, что я хочу дырки. Он говорит, вот, у тебя инфекция туда попадет, и ухо раздует. Я даже расстегнулась, мне правда прям плохо стало. Ой, такая вот красивая. Две дырки вообще такой. Ой, через две недели можно менять сережки. Класс. Блин, где бы себя увидеть? Ну, теперь уже дома. Ухо сейчас гореть начнет. Правда, не больно было, ничего. В аптеке сделала. Потому что, не знаю, я что-то посмотрела в обычный, там как-то не знаю, не доверяю. Ой, смотрите, что это такое? Тебелен был. Его уже разбирают. Ой, ухо гореть начинает. Ухо гореть начинает. Ну да, он мне три раза колол в двух дырках. 9 евро стоит, представляете? Вот, вы говорите, все равно стреляют. Вовремя я домой пришла. Все, иду за ошейником. Ой, чуть не врезалась. Я еще шатаюсь, представляете? О, прям я вот вышла. Как я спать, правда, буду? Не знаю. Ну да ладно. Вот ведь дурак. Зашла больше. Мне там понравилось два
лифчик, скажем так, но они на мне не очень сидели. Ну как, сидели вроде бы как хорошо и все такое, но в общем мне не понравилось. Так что, а это такая вещь должна сидеть, пойдемте в Woman's Secret зайдем, что должно сидеть как влитое, чтобы было удобно, красиво. Так что смотрим, что тут есть. Вот такие вот лифчики, лифчики. Выбираем лифчики. Я люблю хэбэшные. Вот типа вот таких, знаете. Вот. Но чтобы, тем не менее, красивые были. Ну, не то, что красивые, удобные. Вот тоже хэбэшные. Чтобы все дышало. Ладно, посмотрю, может, что найду. Ми чико, донде ста ми ниньо, гуапо? Донде ста ми чико? Ой, донде ста ми бебе? И донде ста ми чико? А пор ке но вьена версу мами? А чё ты не пришёл меня встречать? А чё ты не пришёл меня встречать? Чё ты не пришёл маму встречать, а? Такие, смотрите, глаза заспанные. Ты спал? Ты спал? Гляньте какие, как у китайца. Ехали китайцы и потеряли коки. Мама, чучи. Минга. Мама, чучи. Чучи-мучи. Минга, сувы. Почучина. Ой, господи. Ой, ну я такая красавица, ну не могу. Может, кому-то покажется глупость, но когда делаешь что-то первый раз, вот, и когда тебе этого сильно хочется, то это совершенно не глупости. Хорошо, что на улице холодрыга, прям в натуре холодрыга. Я даже в этом пальто чуть подмерзла. Вот. И что хотел сказать-то? И что от того, что холодрыга, уже-то холодеют, поэтому они мне не так не горят, даже и не замерзли. Ой, не могу. Сейчас, сколько, кстати, время? Время у нас сколько? То ли без 28. Без 25. Ну, наверное, 8. Собака что-то соседская плачет. Плачет и зовет. В общем, полежу минут 15 и пойду посуду помою. И плов начну готовить. Мультиварки буду готовить. Вот такие вот у нас пироги. Вроде бы все сделала. Купила ему таблеточку. Купила ему этот, как его зовут? Ошейник. Зараза, блин, дорогущий. Ну, на, считай, почти на год. 31 евро стоит. Ошейник. Который... Да, тебе вот тут принесла. Мамка тут гостинчик тебе принесла. Ой. Купила чай. Тань чай. Надеюсь, она не будет смотреть. И будет для нее это сюрпризом. Резинки всегда здесь лежат, чтобы они мне на глаза попадались, и я занималась спортом. Это себе купила ройбуш, шоколад на апельсин. Пахнет божественно. Будем заменять шоколад. Воду почти всю выдала, когда плохо стало. Представляете, правда плохо стало? Чуть это. Ну, блин, пойдешь дырки делать, коньки отбросишь. Ой, блин. Глянь, что мамка тебе купила, видишь? Серьезно. 7-8 месяцев. А это уже носит, наверное, 9-8 килограмм. Ему 6. Что ты лижешь его? Он там в пакете. И таблеточка. Таблеточка тут у нас еще есть. Ой, что такое шуршит? А, это какие-то штуки тоже дали. К этому. К этой штуке какие-то дали. В прошлый раз мне таблетку подарили, а в этот раз зажали. Я специально такая, это уже, она такая, 31 евро. Я типа замешкалась, думаю, вдруг она мне таблетку даст в подарок. Нифига не дала. Таблеточка. Она типа написано, что жевательная. Но мой Чарли ее не жует. Может, будет жевать? Нет, не будет. Ему надо в сырок плавленый, я ее кладу, и он ее так заглатывает вместе с сырочком. Тима, я рыбку такую. Ладно, пойду я переодеваться. Включу обогреватель в спальне, и все.
и готовить плов на завтра. Вот, в принципе, мой салат весенний, он называется. Ну, зимой он витаминный. С укропчиком, с маслечком, с лучком. Тут у меня поджаривается лук с морковкой и с этим, как он называется, того, господи, кролик. Сейчас рис добавлю. Ну, не сейчас, когда будет готово. Рис добавим. И все, потом чесночок. Я чеснок в конце кладу. Вот так вот втыкиваю, когда осталось там буквально 5 минут. Втыкиваю чесночок, не знаю, мне так нравится. Вот. И, естественно, приправа для шашлыка. Ой, для шашлыка, приправа для шашлыка. Ну, не глупая, а ну, дурочка, дурочка, дурочка. Для плова. Та-там. Это мне еще... У нас в подарок везут, когда девчонки в Россию едут, они всегда нам привозят приправы разные в подарок. Хотя в русском магазине все есть, представляете? Но все равно приятно, мелочь приятно. Там, наверное, оно дешевле стоит. И вот для... У меня всегда очень много приправ. Хотя я, знаете, местами забываю ее класть. Вот такие вот у нас пироги. Ну, естественно, YouTube там себе поставила. Сейчас клубнику домой вчерашнюю еще не доела. Это у меня будет такой ужин клубничный. Клубника обалденная, пахнет у меня на всю комнату. Одна морковка осталась лишняя. Ой, на салат прям зовет и манит. Блин, у меня этих салатов... Я вообще без салатов не могу жить. Я салатный человек. Хотя, знаете, не помню, в детстве ела или не ела. Не помню, ей-богу. Вот такие вот у нас пироги. Ладно, будем доготавливать. У меня еще яйца вареные есть. Я вчера сварила, типа на ужин кушать. Ну нет, уже поздно, я уже не буду яйца никакие есть, только клубника. Взяла себе сегодня ройбуш с шоколадом. С шоколадом. Господи, не выговоришь. И там действительно шоколад, посмотрите. Прикол, вот эти вот, видите, пирамидки, это шоколад. Офигеть. Ой. Налила чайник, но не поставила кипятиться. Обалдеть, пахнет. В общем, вкусно. Пипец, с головой у меня никуда. Шоколад и апельсин. Не, ну, с шоколадом, чтобы вот прям пирамидки. Обалдеть, пахнет. Ну, чтоб шоколад. Я попробовала одно, оно мятное какая-то, знаете. Так, плов у меня там варится. Не видно нифига, но он варится. А я буду с вами прощаться до завтра, потому что пока он сварится, уже все, ночь будет. Я монтировать-то когда мне? Кстати, надо витаминку выпить. Буду монтировать. Вот, теперь мне осталось только подстричься. Но это уже не секрет для вас. Может быть, в следующий понедельник. Может быть, не знаю, когда, потому что... Ой, блин. Вылетела птичка. Вылетела. В общем, хотела сегодня подстричься, но потом думаю, а вдруг мне ухо мое заденут, и оно у меня будет болеть. И, в общем, не пошла ни в какие парикмахерские. Хочу в парикмахерскую сходить, потому что мне сестра всегда мужа стрижет, но у нее что-то там, что-то где-то, что-то болит, короче, не хочу тревожить никого. И пойду в парикмахерскую подстригу. У меня есть еще одна родственница, она живет рядом с нами. Может быть, есть, скажем. Не с нами, а рядом... Ой, бля. Да что ж, слово-то такое у меня сегодня вылетает. Не рядом с нами, а рядом с моей парикмахерской. Тоже не хочу беспокоить. Вот видите, какая я. Хотя я ее крашу, стригу, укладываю.
Вот. Может быть, и есть. Она тоже парикмахер. Тоже работает. Ой, родственница. Может быть, я и позвоню ей, знаете? Ладно, буду прощаться с вами. Это все вы увидите, если будете подписаны и будет включен колокольчик. А если нет, то ай-яй-яй. Кстати, в Инстаграм выложила тоже в директ мою фоточку. И с сережками. Уже, кстати, ухо не болит. Вот. Поэтому все окей. Кто не подписан на Инстаграм, быстро зашли в Инстаграм и подписались. Шутка. Если хотите, подписывайтесь. Если не хотите, то не подписывайтесь. На все мы сами себе хозяева. Что хотим, то и воротим. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока и до завтра. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they